Всем привет! И сегодня мы будем готовить сахарную вату в домашних условиях. Для этого нам понадобится вот такая станция, называется аппарат для приготовления сахарной ваты. Его можно купить в любом интернет-магазине. Нам он обошелся, по-моему, рублей в 70. В комплекте, собственно, сам аппарат, ложечка, еще идут палочки, но мы их потеряли. Так, работает он очень просто, его нужно вставить в розетку, он немножко нагреется, пройдет 5 минут. Дальше кнопочку выключить, засыпать сахар. Можно любой сахар, чайная ложка. Мы взяли вот такой вот цветной. Он стоит за 100 грамм что-то 2,5 рубля, 25 рублей за килограмм. Ну, пускай вата будет красивой. Но, опять же, я не знаю, какая получится вата, поэтому мы затестим и в конце решим, годная эта штука или негодная. Поехали. Ложка отвалилась. Принцип очень простой. Внутри стоит моторчик, который вращает диск, куда будет класться сахар, и за счет центробежной силы сахар разносится по сторонам, а мы будем накручивать. То есть все очень простое, очень элементарное. И тут написано Danger, ход. Какого хобота она вот так вот прилипает, а? У меня получилась сахарная вата. Готово. Я починить. Не сложилось с цветным сахаром. И мы взяли обычный классический в буфете. Заодно мы на всякий случай посмотрели мануал, как готовится сахарная вата. Всегда хотелось самому попробовать. Суть такова, что сахар, когда плавится, его ниточки раскидываются по сторонам и поднимаются вверх. То есть палочку нужно держать сверху, как шампур накручивать. Потому что если вы будете очень близко к нагревательному элементу, она начинает тут же плавиться. Суть, что ты должен палочкой ловить всю ту сахарную вату, которая пытается прилипнуть к нам на потолок. Блин, как эту всю штуку мыть, это, конечно, вообще полный капец. Мне кажется, здесь пару вечеринок сделать и просто выкинуть ее, блин. Здесь 4 пакетика. О. Давай нам больше сахарной ваты. Пошла, родимая. Да, дело в сахаре, смотрите. Ин, кайф. И знаете, оно даже приятно, приятно собирать. Хочу запутать, хочу. Все, завтрашнего дня пойду в парк работать. Если не сложится с кокобайством. Главное ровно держать. И главное, чтобы большая палочка была. Еще по сторонам можно собрать. Только что съел 4 пакета сахара. Обалдеть, удовольствие. Сахарная вата, это весело, это клево. А еще в сахарной вате 4 пакетика сахара. Классно для мероприятий. А кто потом будет мыть, выясните сами. Потому что мне кажется, что пару вечеринок ее проще выкинуть все-таки. И не забываем, подписываемся на наш канал, ставим лайки, репостим. Нас уже 21 тысяча в YouTube. Всем удачных экспериментов.